Начался седьмой день нашего путешествия, и два последних дня мы провели в замечательном отеле Starfish в городе Тангава на берегу Индийского океана. Эти два дня мы только и делали, что жарили свои жопы на солнце и поедали местную пищу. Мы здесь встретили креветок вот такого размера и вот такую вот рыбу. И за все это время, пока мы здесь проторчали, два с половиной дня, у нас ушло порядка $100 на троих. Познакомьтесь, это Тушара, владелец местного отеля, который нам подарил два незабываемых дня отдыха. So, Тушара, can you please tell about your hotel and about how is to live here in that place? To live here is paradise in Sri Lanka. Down south, one of nice places in Sri Lanka you can live. This is my hotel. I have a nice four room. I like friendly people like you. Young generation, have energy. And can enjoy my in front of my beach and can good swimming, good relaxing. Yeah. I have a good music, good food. Yeah. Definitely. Right? Yeah. I hope you guys enjoy my place. We did. Yeah. So thank you. Great. Thank you for your hotel. Голубая луна, голубая, голубая луна, голубая. Hello. Перед нами самая обычная по местным меркам рыбацкая лодка. Именно на подобных суденышках местные ребята отправляются на рыбалку. Подобное суденышко. Да, это суденышко представляет из себя тест на узкожопость. То есть рыбак должен быть голодным. Голодный рыбак засовывает голову в воду и на запах ищет скопление рыбы. Поэтому здесь сразу есть тест на голодность рыбака. Если он влез в эту лодку, значит он подходит для подводного нюхача. Вот. Влезть в эту лодку с русской жопой невероятно и, мягко говоря, невозможно. Девочки, 90-60-90. Вы толстые. Вы жирные коровы. Посмотрите, что творят местные ребята. Трубочку дают? Не знаю, а это еще 50 баксов. Местное пойло стоит 2,50. Натурпродукт. Мы направляемся в Матеру. Сейчас мы находимся в автобусе, который нас туда отвезет, а там мы пересядем на поезд, который отвезет нас в Галле. Мы наконец-то покатаемся на местных железных дорогах. Данный автобус, в котором мы едем, не является люксовым, просто потому что здесь нет сверкающего Будды за моей спиной. Люксовость автобуса определяется количеством светодиодов на изображении Будды. После Тагали шикарного отеля Starfish, где мы парили булочки несколько дней, мы приехали в город, подскажите? Матара. Матара. Думаем, куда сейчас поехать, либо покататься на серфингах, либо пойти в горы, на чайные плантации, или на какую-нибудь добраться вершинку повыше. Кинули монетку, выпали горы, но все хотят на серфинг. Мы решили испробовать новый аттракцион, местную железную дорогу. Мы находимся на вокзале города Матера и купили билеты в третий класс. Говорят, местная железная дорога — это очень весело. Мы хотим на себе эти незабываемые ощущения и передать их в красках фотошопа. Мы находимся внутри вокзала Матра и отправляемся отсюда в город Голь. Этот вокзал выглядит хорошо, но более построен, видимо, недавно. И для того, чтобы украсить декоры, ребята решили не тратить пару миллионов долларов, а просто купили сюда аквариум. Касабланка. В Шри-Ланке очень низкие цены. Всего за $3 вы можете арендовать себе для поездки целый вагон. Еще не просто вагон, а вагон VIP-класса. Такой как этот.
Мы находимся внутри вагона третьего класса. Вагон кондиционируемый. Кондиционирование достигается очень простым путем. Открыты окна и благодаря вот этим самым кондиционерам из фильма «Чужой». Даже не перекрашивали. Как было, так и взяли. Звезда в шоке. This song. No problem. Works. You can dance. You can dance. Or la 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 la. Трошка моя. Я по тебе скучаю. Я тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь. Но я вернусь, вернусь и ты узнаешь. Что я далеко от тебя, голубая луна. Ай, но, ай, но, босо помой, гаду амбалангоде. Ай, но, и гаду амбалангоде. Энимо, таймо, и тео, дэнзен. Энимо, даймо, и гаду. Крошка моя, я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала, но я вернусь, вернусь, чтоб ты узнала, что я далеко, я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю. С местной жары можно охренеть, здесь всегда можно немного запотеть, знаете ли. И я даже не знаю, сколько я воды выпил и сколько еще выпью, но кажется, я немного потею. Ты обещала написать, обещала рассказать, как живешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви. Ребята, вы не поверите, какие здесь клевые поезда и как здесь в них круто кататься. Они нигде не закрываются, полностью открыты, ездят на небольшой скорости. И можно даже отталкиваться ногой от земли периодически. Сейчас идет дождь, и мне кажется, это самое приятное путешествие, которое у нас было. One day I fly away, just through the sky. Это мужицкий дождь, аллилуйя, дождь из мужиков. Не сдается наш верный варяг, пощады никто не дождется. I mean, not sea, I mean small rivers, and we want to rent a boat to go through the said rivers, and we cannot find the place where we can go. В поезде мы обзавелись новым другом, его зовут как-то типа Арей. Вот, он приглашает посетить его дом в Матери, грозится приготовить там лобстеров, то ли словить их, то ли купить, не знаю, показать свою семью. И настойчиво просит подарить ему нашу маску для подводного плавания. Леша почему-то жмется, я не знаю почему. Мы уже нашли прилипалу третьего уровня. Он с нами потанцевал, попил, единственное, что он с нами не ел, это не ел. Взамен мы начали говорить о нем всякие радости. Например, все-таки эти люди не пристают, все-таки им от нас ничего не надо. Но не тут-то было. Он случайно увидел у нас маску, Сашину маску. И очень захотел ее в подарок. Очень-очень-очень сильно. Но более случая так случилось, что мы ему не подарим такого удовольствия. Жлоб ты, Леша, жлоб. Мы находимся на автовокзале города Галь, и город Галь по местным меркам это местная Ялта. В среднем в 3-4 раза все здесь дороже, чем в остальной Шри-Ланке. Поэтому мы здесь проделываем кратчайший путь от вокзала к автовокзалу и уезжаем на Хикадуа. И вот мы наконец-то в Хикадуве, в месте, которое является паломничеством всех серферов, которые приезжают на Шри-Ланку. Собственно, здесь в основном дайв-центры и серф-центры. И мы ищем хотя бы один и не можем найти. Мы послали Лёлика, чтобы он за доллар договорился, чтобы нас отвезли куда надо.
Похоже, все закончится как обычно, они будут ему приплачивать. Да. Привет, привет. Привет. Меня Юра зовут. Я Юля, мы семья Сабова. Вот тут отдыхаем уже седьмой день. Седьмой день. Да. Завтра уже уезжаем, к сожалению. Да. Сколько мы как бы объездили, обходили, это можно как бы считать лучший отель и лучшее место для нас. Может, и на этом принципе пляжем. И на этом принципе пляжем. Про серфинг. Про серфинг мне хватает, мне хватило как бы два занятия. По 18 долларов, я не знаю, или стоит говорить про день, 18 долларов, два занятия, уже минимально можно практиковаться после этого.